Мотоциклетная столица России – город Ирбит. Здесь с 1941 года производят легендарные мотоциклы «Урал». Дизайн мотоцикла не менялся со времен СССР. Значительное количество деталей заказывается за границей. И несмотря на то, что производство носит преимущественно ручной характер, на заводе используются современные технологии. Это единственный мотоцикл в России с приводом на коляску. Пускаем мы около 10 моделей мотоцикла. 14-й модельный год, вот который новый мы запустили с инжектором, с дисковыми тормозами, он у нас сертифицирован в Америке, в Калифорнии отдельно, в Европе, в России, в Китае. Сейчас проходим тесты в Японии, уже прошли, в Южной Корее, на Филиппинах. До 60% комплектующих, это импортные комплектующие от производителей мировых уровней. Покупатели разные. Ну, самых известных вы сами знаете. Это же весь интернет пестрит, то есть ты там Брэд Питт, дальше «Звездные войны», Макгрегор. Это нечто новое для меня. Урал в стандартной комплектации с коляской стоит 350 тысяч рублей. И основные продажи сейчас идут за границу. Митя Цопов, Олег Петров, «Экспедиция 2014».